счастливых семей здесь маловато. Петр Великий приговорил к смерти сына. Екатерина II умертвила мужа императора Петра III, а ее сын Павел, как известно, был задушен шарфом в собственной спальне. У человека можно отобрать все – царство, власть, жизнь. Нельзя, пожалуй, лишить одного – любви. И вот последнего императора России Бог и наградил этим утешением, любовью и семейным счастьем. Дорогая моя, я тоскую по тебе, по твоим поцелуям и ласкам. Как мне благодарить тебя за твои милые письма и за ландыши? Я прижимаюсь к ним носом и часто целую, мне кажется, те места, которых касались твои милые губы. Благословляю тебя. Целую твое дорогое лицо, милую шею и дорогие любимые ручки. Совсем пылом горячо любящего сердца. О, если бы у меня были крылья, чтобы прилетать каждый вечер к тебе и радовать тебя моей любовью. Жажду обнять тебя, осыпать поцелуями и почувствовать, что ты мой собственный. Это вовсе не юношеские письма. Николаю было в то время 48, а Александре 44 года. Они были мужем и женой уже добрых два десятка лет. Когда впервые Александра и Николай увидели друг друга, вот в этом похожим на шекспировскую декорацию домики, им примерно было столько же лет, сколько и Ромео и Джульетте. Ему было 16, ей 12. И вот тайна от всех, где-то здесь, в окошке домика, бриллиантовым перстеньком они нацарапали свои имена Алекс и Ники. А вечером Николай в своем дневнике записал: «Мы любим друг друга». Когда спустя 5 лет Алиса приехала в Россию, она была уже очаровательная златокудрая принцесса. И, конечно, на балах и вечерах встречалась с Ники. А на большом танцевальном вечере стала дамой мазурки цесаревича. Ники был окрылен. Когда ему исполнился 21 год, цесаревич вклеил в свой дневник фотографию своей возлюбленной Алекс. Алиса, а по-домашнему Алекс, родилась в 1872 году. Ее отец – великий герцог Гессенский Людвиг, мать – герцогиня Алиса, дочь английской королевы Виктории. Полное имя принцессы – Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса. Мать Алисы умерла, когда девочке было 6 лет. И дальнейшую заботу о ее воспитании взяла на себя английская королева Виктория. Здесь,
в резиденции королевы, замке Осборн на острове Уайт, и прошли детство и юность будущей российской императрицы. Здесь, в Англии, она получила блестящее образование и даже стала доктором философских наук Оксфордского университета. Между прочим, все 600 с лишним писем ее Николаю были написаны также на английском языке. Вот здесь молодому поколению прививали первые практические навыки, обучали труду. Там, в этом доме, учили готовить пищу, а здесь заниматься сельским хозяйством каждому ребенку, а их у королевы Виктории было ни много ни мало 9, был прикреплен вот такой сельскохозяйственный участок, который они обязаны были сами обрабатывать. Вот участок принцессы Алисы, матери нашей Алекс. Тут же хранился хозинвентарь, всевозможные лопаты, тачки, грабли и прочий инструмент. Смотри-ка, тачки такие же, что и на Колыме, разве что маленькие и поменьше, игрушечные. Интересно. Children. А в России Ники все думал о прекрасной принцессе. Вечером у мама рассуждали о семейной жизни, писал Ники. Невольно этот разговор затронул самую живую струну моей души, затронул ту мечту и надежду, которыми я живу изо дня в день. Моя мечта – когда-либо жениться на Алекс. Я давно ее люблю. Я долго противился этому чувству. Все в воле Божией. Уповая на его милость, я спокойно и покорно смотрю в будущее. Но дома о супружестве цесаревича и думать не хотели. Отец вообще считал, что у Николая детские суждения. Втайне от родителей они переписывались друг с другом. Но Алекс не верила в счастье. Этого никогда не может быть, писала она. Но как тяжело, если знаешь, что причиняешь боль тому человеку, которого больше всего хотелось бы порадовать. Две непреодолимые преграды видела принцесса между собой и Николаем. Первая – перемена вероисповедания. Алекс была протестанткой. А будущей русской императрице по законам престола наследия полагалось быть православной. Но бабушка английская королева помогла развеять сомнения внучки. Она благословила ее и сказала, что в конце концов православие не так уж и сильно отличается от протестантизма. Существовала еще серьезная причина, исключающая возможность брака. Семья Алекс, род королевы Виктории, был подвержен наследственной болезни, гемофилии. Болезнь загадочна еще и потому, что не все дети и внуки становились носителями этого ужасного недуга. Были исключения. И Алекс надеялась на это. Считала, что Господь Бог ей поможет. Господь милосерден. И она согласилась на брак. Помолвка состоялась в Кобурге весной 1894 года. Главы династических фамилий первыми поздравили влюбленных. Королева Виктория обняла и поцеловала обоих и пожелала им счастья.
Через 2 месяца влюбленные встретились уже в Англии. Бабушка, королева Виктория, пригласила их отдохнуть. Они были вдвоем, они были влюблены. Их сердца были открыты друг другу. Прежде чем покинуть Англию, цесаревич с невестой отправились на остров Уайт к бабушке попрощаться. Влюбленный Николай резвился, как мальчишка, босиком бегал по берегу, дурачился. Они были счастливы. Алекс оставила запись в его дневнике. Ключ от моего сердца, в котором ты заперт, утерян, и теперь тебе никогда не выйти оттуда. Была там и другая запись. Поскольку прошлое миновало и никогда не вернется, а будущего мы не знаем, то лишь настоящее принадлежит нам. В дальнейшем эти слова окажутся пророческими. В Англии Алекс получила письмо от Матильды Кшесинской. Что написала невесте цесаревича отвергнутая балерина, можно было только предполагать. Одно ясно, что Николай признался в былом увлечении и был прощен. Алекс разорвала письмо балерины, не читая. В дневнике Николая она написала, что прошло, то прошло и никогда не возвратится. Господь прощает кающихся. Свадьба была назначена на весну будущего года. Но случилась она раньше. Осенью Александр III внезапно заболел. Врачи посоветовали немедленно покинуть Петербург, и семья переехала в Ливадию. Болезнь очень быстро прогрессировала, поэтому в Ливадию была срочно вызвана Алекс. Александр III хотел успеть благословить детей. Он обнял сына Николая и его невесту. «Будьте счастливы, дети мои», — сказал он. Алекс плакала. Это были ее первые слезы в России. А в 3 часа дня 20 октября 1894 года император Александр III скончался. Через 1.5 часа после смерти отца, вот здесь, в этой маленькой ливадийской церкви, Николаю стали присягать лица императорской свиты. Милый Ники становился самодержцем всея Руси, Николаем II. Когда впервые он все это осознал, он испугался и заплакал. Что ж, можно понять. Ему было всего 26 лет. Ночью здесь отпевали Александр III. Отпевал его святой, праведный Иоанн Кронштадтский. А утром следующего дня Алекс приняла православие, и ее стали звать по-русски Александра Федоровна. Через неделю после похорон
большой церкви Зимнего дворца состоялось скромное бракосочетание. Ни свадьбы, ни медового месяца у молодых не было. Моя свадьба была продолжением похорон. Только что меня одели в белое, будет вспоминать Александра Федоровна. В России с мистическим страхом поговаривали, что брак этот будет несчастливым. Ведь невеста въехала в столицу сразу вслед за похоронными дрогами. Мне еще не верится, что я женат. Так все последние события случились скоро. Я неизмеримо счастлив с моей душкой Алекс. Но зато Господь дал мне нести и тяжкий крест. Надежда на его помощь и светлый пример незабвенного папа помогут мне служить и трудиться на пользу нашей дорогой Родины. Ведь первый год прошел в ожидании первенца. Было решено, что если родится мальчик, назовут Павлом. Если девочка – Ольгой. В семье родилось 4 девочки. Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Родители назвали их для краткости «Отма» по первым буквам имен. Но Николай ждал сына, а наследника все не было. Когда у Толстого появлялся на свет очередной ребенок, граф убегал на конюшню. А когда суждено было появиться на свет пятому ребенку Николая II, государь убежал сюда, к маме. Правда, в дом не шел, оставался под дождем вне себя от тревоги. Вот запись в его дневнике. «Незабвенный великий день для нас, в который так явно посетила нас милость Божья. Час с четвертью дня у Алекс родился сын, которого при молитве нарекли Алексеем. Это случилось 30 июля 1904 года. Уже шла война с Японией. Малыш был крепким и подвижным, но... Алекс и я были очень обеспокоены кровотечением у маленького Алексея, которое продолжалось с перерывами до вечера. Писал уже через несколько месяцев после рождения сына государь. Как тяжело переживать такие минуты беспокойства. Самые страшные предчувствия Александры Федоровны сбывались. Только в Ливадии Александре Федоровне было покойно. Здесь она построила дом, похожий на дворец ее детства в Осборне. Каждым летом выезжали всей семьей сюда. Это ежегодный праздник благотворительности. Царские дети собирают пожертвования для больных туберкулезом. Взамен дарят белый цветок. Детей Александра воспитывала в труде и христианской доброте. Мальчик на мостике – цесаревич. Как же он хочет искупаться? Нельзя. Он болен. Лишенные настоящих детских игр, в
Все время оберегаемый приставленным дядькой, Алексей странным образом пытался преодолеть свой недуг. Все время рисковал, был отчаянным и нарочито неосторожным. «Вам будет с ним труднее справиться, чем со мной», — говорил Николай II о сыне. В 12-м году с цесаревичем случилось несчастье. Катаясь на лодке, мальчик ушибся и несколько месяцев не мог ходить без посторонней помощи. Мать и себе боялась признаться в том, что сын нездоров. Но вскоре это нельзя уже было скрыть ни от кого. У Алексея неизлечимая болезнь – гемофилия. Малейшая ранка могла привести к смерти, но Алексей страдал еще и внутренними кровоизлияниями. Это были невыносимые боли, избавления от которых не было. Как-то мальчик даже спросил маму: «Я скоро умру?» Я постоянно думаю о том, за кого наши девочки выйдут замуж. И не могу себе представить, какая судьба их ждет. Если бы им дано было найти ту глубокую любовь и счастье, которую ты, мой ангел, мне дарил на протяжении этих 22 лет. Увы, это такая редкость в наши дни. Найти идеального жениха было сложно. Великие княжны могли вступать только в династические браки. В 14-м году решено было съездить в Румынию, чтобы представить наследнику румынского престола Каролю старшую дочь Романовых Ольгу. Смотрины прошли очень торжественно и совершенно безуспешно. Кароль Ольге не понравился. Но и у его родителей были опасения, что Ольга, как и ее мать, может родить больного наследника. Ни у одной из великих княжон никогда не будет мужа. Никогда не забуду, как царь впервые показал мне своего наследника, вспоминал один из приближенных Николая. Мальчика вынули из ванночки и обтерли. Царь снял с него простынку, поставил ножками на руку и показал мне его во весь рост. Эти развалины, все, что осталось от дома, в котором у Николая родились три дочери и долгожданный сын. Через полвека какой-то деятель распорядился взорвать этот дом на кирпич. Ну, похоже, что кирпич так и не понадобился. О, как я люблю тебя! Все больше и больше. Глубоко, как море, с безмерной нежностью. Вся наша горячая, пылкая любовь окружает тебя, мой муженек, мой единственный, мое все, свет моей жизни, сокровище, посланное мне всемогущим Богом. Чувствую мои руки, обвивающие тебя, мои губы, нежно прижатые к твоим. Вечно вместе, всегда неразлучны. Это письмо Александра Федоровна написала мужу, когда ему было 48 лет, а ей 44. В браке они прожили уже 23 года.